Всем привет! Вы смотрите stopgame.ru, меня зовут Александра Кост, и в этом материале я собираюсь подробно рассказать о том, какой в нынешнем году получилась новая Call of Duty. Устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в космос! Текстовый материал с оценкой вышел прямо в день релиза, а все потому, что поиграть в Infinite Warfare мне удалось сильно заранее. Проходила я ее на PlayStation 4, поэтому и не столкнулась с тем, о чем многие писали в комментариях. То есть я предполагаю, что, допустим, те, кто говорил про мыло и плохой графон, запускали игру на настройках ниже среднего и, конечно, не смогли в итоге оценить все ее красоты. Но давайте по порядку. Начнем с сингла. Одиночная кампания в этот раз порадовала просто неистово. Не знаю, как вы, а я лично истосковалась по эффектному и, главное, разнообразному геймплею в сюжетном режиме. Как уже озвучивалось в стриме, ждать суперсложных и глубоких перипетий от этой серии бессмысленно. В конце концов, вот в Black Ops 3 нам вроде как пытались напустить таинственности и интриги, а в итоге я оказалась слишком глупой, дабы все это оценить. Мы — хорошие ребята, есть злодей, с которым надо бороться. Такой основы вполне достаточно, чтобы на это намотать 6-8 часов игрового опыта. Тем более, если начинать разглядывать пристально персонажей и присутствующие драмы, все оказывается не так уж просто. По ходу действия и главный герой, и остальные персонажи будут сталкиваться с нелегким моральным выбором и пытаться ответить самим себе в первую очередь на вопрос, чего стоит жизнь каждого отдельного человека, и можно ли пожертвовать ею одной единственной, если есть шанс спасти гораздо большее количество. There's always another way. Not always. Since when? Since you became captain. Проходить одиночную кампанию Infinite Warfare нам поручат за Ника Рейса. Буквально у нас на глазах он получит стремительное повышение и станет капитаном космического корабля «Возмездие». Правда, новость эта вовсе не радостная, потому как сие звание было приобретено в результате крайне печальных событий. А всему виной злодей со шрамом на исключительно милом лице. Шума было много из-за того, что на роль пригласили звезду сериала «Игра престолов» Кита Харрингтона, а в результате видеть его на экране придется не так уж часто. В конце концов, у нас и так полно других занятий. «Возмездие» является эдакой базой для игрока, здесь мы можем почитать личные дела на свою команду или изучить материалы по преступникам, подобрать свою экипировку, ну и, конечно, внимательно рассмотреть звездную карту и выбрать следующий этап для прохождения. Причем куда именно отправиться, теперь можно решать самостоятельно. Дело в том, что помимо основных сюжетных заданий, в Infinite Warfare позволяют участвовать и в побочных мини-приключениях. И миссии здесь далеко не однотипные и совсем не унылые. То заставят весь уровень на корточках ползать в стелсе, то посадят на истребитель и запустят в открытый космос участвовать в баталиях. Ethan, target is visual, preparing search and destroy for chemical weapon. We got scouters. They're defending Hellas. Gotta clear them out before we board. Самое важное, здесь и управлять, и стрелять придется вам. Никаких «я рулю, а ты атакуй». Все придется делать вам. И гоняться за мелкими назойливыми кораблями противника, и атаковать большие неповоротливые крейсеры. Кстати, об этом. Новая Call of Duty действительно использует космическую тему на полную катушку, из-за чего разнообразие уровней и творящийся на них экшен искренне восхищают. Чего только стоят локации. Здесь и ледяной спутник Юпитера, и, например, мрачный Титан, спутник Сатурна. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что разработчики явно чем-то вдохновлялись, ну или просто твой мозг неосознанно проводит эти параллели. Вот это точь-в-точь LV-426 из фильма «Чужие». А вот мы на Марсе. И сразу вспоминаешь Мэтта Дэймона. Кстати, сам капитан Рейс, обладающий, так сказать, типичной внешностью американ-боя, будучи на мостике «Возмездия», постоянно напоминал еще одного капитана космического корабля. Того, кто стоял на мостике «Энтерпрайз».
Но вернемся к нашим героям, а точнее к их приключениям. На этот раз Infinity Ward решила вернуться, так сказать, к истокам. Никакого коопа, никаких открытых пространств, что мы видели в том же Black Ops 3. Старые, добрые, коридорные, в хорошем смысле уровни, протираться сквозь которые нам придется с различными футуристичными пушками наперевес. Кстати, несмотря на сеттинг, многие из них напомнят старое оружие. Например, Волк — это тот самый АК-47, который лично я всегда предпочту чему-то иному. Тем не менее, в Infinite Warfare на полную катушку используется, например, тема с гравитацией. В арсенале у нас появились гранаты, способные поднять противника в воздух и полностью их парализовать. Кроме того, нам и самим придется поболтаться в невесомости на некоторых уровнях. Для ориентации в пространстве нам дадут крюк, способствующий выравниванию положения, но в остальном придется надеяться лишь на ваш мозжечок. Ну и, конечно, картинка. Новая часть решительно отметает все претензии по этому вопросу. Повторюсь, играя на минималках, вы это вряд ли заметите, но с достойными настройками на ПК или на той же консоли все выглядит просто потрясающе. Что касается локализации, то здесь момент спорный. Безусловно, это далеко не катастрофа, какая была в прошлом году, допустим, но, возможно, в переводе и были допущены какие-то огрехи. Тут, пожалуй, разбираться Денису Карамышеву. Сама я всегда предпочитаю играть в оригинале, тем более, что нынешняя часть наконец-то дает выбор озвучки, что сразу становится неоспоримым плюсом. Тем не менее, от прослушивания голосов локализации у меня не возникло непредвиденных физиологических реакций, так что не совсем понимаю претензии в комментариях к этому аспекту. Может быть, они просто не играли? Рабочий кабинет капитана Олдера теперь ваш. Учтите, там остались его вещи. Спасибо, босс. Непобедимому капитану Джону Олдеру. Капитан погиб. Да здравствует капитан. Это вы у нас тут новичок? Добро пожаловать в группу Росомахи. Я командир Джеймс Ромер. Сетевая часть Infinite Warfare теперь предлагает более четкое разделение на классы, благодаря наличию 6 моделей экзоскелетов. И у каждого можно выбрать одну активную способность и одну пассивную. Причем это все идет в придачу к основной системе перков, которая никуда не делась. Кроме того, есть возможность прокачать имеющиеся пушки, причем речь идет не только о разноцветных скинах и различных обвесах. За внутриигровую валюту мы теперь можем крафтить оружие по имеющимся прототипам. В итоге получаем пушку с улучшенными параметрами, а также приятными бонусами, вроде ускоренной перезарядки или увеличенного магазина. Прототипы, а также различные скины можно получить из ящиков, которые покупаются за энное количество ключей, а также по итогам боя. Дело в том, что во время сражения вам будут ставиться также и дополнительные задачи, кроме той, что заложено в самом режиме. Например, набрать определенное количество очков за бой или поразить энное количество врагов каким-то конкретным оружием. Кстати, в игровых режимах мультиплеера на ПК и консолях имеются различия. Так, на PlayStation 4, например, есть возможность сыграть в заражение. Главная задача здесь — самому не стать зараженным, то есть не быть убитым. А если это случится, наоборот, старайтесь устранить и, соответственно, заразить как можно больше участников противоположной команды. Зато и на ПК, и на консолях есть новый режим под названием «Командная оборона». Каждая из сторон должна завладеть радиомодулем, который имеется один на всю карту, а преимущество получает та команда, что продержит его у себя дольше. Единственная трудность заключается в том, что игрок, схвативший это радиояйцо, теряет способность пользоваться оружием, так что отпор может дать разве что в рукопашную. Также на персональных компьютерах не был обнаружен захват флага, который на PS4, например, имеется. Ну и удобство пользования в меню на консолях явно впереди. Допустим, в режиме хардкор мы можем выбрать и превосходство, и старую добрую бомбу, а вот на ПК лишь многоборье, то есть режимы, перемешанные друг между другом. Ну и ладно, пусть бы так, но в итоге в 90 случаях из 100 попадаешь на что-то одно, а хотелось бы какого-то большего разнообразия.
Зато на всех платформах мы получили режим, выбивающий слезу ностальгии, а точнее карту. Терминал 24/7 позволит сражаться на легендарной локации из Modern Warfare 2. Конечно, выглядит она теперь слегка иначе, но структура осталась прежней. Кстати, вообще сами по себе карты в мультиплеере Infinite Warfare радуют своим дизайном. Вот бы только онлайн на ПК приподнялся, тогда стало бы совсем хорошо. Зомби-режим Infinite Warfare снова предлагает нам сумасшедшие приключения в компании еще троих игроков, на этот раз в сеттинге 80-х годов 20 века. Мы отправимся в Космоленд, парк развлечений, где под хиты тех лет нужно будет отстреливать волны зомби, сумасшедших клоунов и других существ. В вашем распоряжении будут разнообразные пушки, а также карты с различными бонусами, которые необходимо активировать во время боя. Так что если вы поклонник данного режима, он совершенно точно придется по душе. Рады вас видеть, парни. Мы прикроем вас, как только пересечете Это еще что такое, черт возьми? Там еще одна! Кстати, раз уж мы заговорили ранее о ностальгии. Рассказывая про Infinite Warfare, нельзя не упомянуть, что при покупке улучшенного издания в ваше распоряжение попадет еще и ремастер одной из лучших частей серии – Modern Warfare 1. Мы уже глядели на него более пристально в предыдущих материалах, показывая не только одиночную кампанию, но и мультиплеер. Разработчики возвращают нас в 2007 год, значительно подлатав оригинальную версию в плане картинки и позволяют окунуться в приключения, любуясь на графонистые усы капитана Прайса. Так что если вы подустали от футуристичного сеттинга, милости просим в классическую Call of Duty. Кстати, вернуться туда есть смысл еще и потому, что совсем скоро мы планируем устроить турнир по Modern Warfare Remastered. Не пропустите! К сожалению, за последние годы сформировалась печальная тенденция ругать Call of Duty вообще за все. Не спорю, некоторые обвинения действительно обоснованы. Но вот, наконец, мы получили достойную часть серии. А хейтеры уже не могут остановиться и раздают диагнозы направо и налево, в общем-то, даже не ознакомившись толком с игрой. Одиночная кампания в Infinite Warfare действительно выше всяких похвал. Добротная история, выполненная в лучших традициях голливудского боевика, с разнообразными локациями, эффектными геймплейными решениями, симпатичными персонажами и даже с наличием некоторой драмы. Особенно внимательно стоит присмотреться к концовке. Онлайн-часть позволит посоревноваться не только с другими игроками, но и с самим собой. Благодаря заданиям, которые перед вами ставят в начале каждого раунда, можно получать дополнительный буст прокачки, а также те самые прототипы, новые обвесы, скины и различные плюшки. Ну и настроить класс под себя, скомбинировав все возможные перки, тоже очень приятно. Зомби-режим остается верен себе и в очередной раз погружает в атмосферу мрачного безумия в весьма колоритном сеттинге, а уж ремастер в придачу и вовсе радует непомерно. Так что изумительно, данная часть Call of Duty получает вполне заслуженно. Ну, а у нас на этом все. Удачи и до встречи на StopGame.ru. Yes, regrettable if the war was over before we have our chance to shed foul earthborn blood. Master Turner. Barracks clear. Enemy comms are quiet. No alerts. You're still dark. Let's keep it that way.